объединение «Оазис». Они мне всегда очень помогали, предлагали что-то интересное с самого детства. И есть у нас такой интересный человек в этом объединении. Его зовут Алексей. И вот он мне как-то раз сказал: «Я не приду на твой концерт, если ты не споешь мою песню». И не пришел. И не пришел. Но я думаю, он придет, если позвать его. Его песню. Я что-нибудь не так спою, как раз выбежит, поможет. Алексей Хромов. В канун Рождества. Наверное, позже. Приятно.